Жития святых, святители Дмитрия Ростовского, месяц юлий, осмый день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научити или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие святаго праведного Прокопия, Христа ради родивого, устюшкаго чудотворца. Прокопий блаженний родом бе от варяг, купец богатий, прийде же в великий Новград со многою куплею, и видев весь чин восточния церкви и веру православною добру бити познав, возлюби оною зело. Желая же наставите си о ней совершенно и прияти оною, и скаже такова го богодухновенного мужа, от него же бъй поучено и просвещено ему бити. И слышав о преподобном отце Варлааме, недалече на хута и необител устроившим, яко муж ест изкусен и духовния премудрости изпълнен, пойде к нему и доволно от него правоверие християнствен поучив ся, прия святое крещение и раздаде все имение свое нищим, и обители той час некой даде и сотвори се самоизвольно нищ любве ради Христовой, не токму мира с поход ми его, но и самого себе презрев. Прия бо и родственное житие, и творяше се яко безумен и несмислен пред човеки, разум свой вес углублен в Бози имеей. Неци же отзнавших и го видеще таково его житие, начашато го блажити глаголюще. Сей човек велик ест пред Богом, понеже от иные страны и от зловерия в правоверие со многим имением се му пришед, вся раздадени имущим, сам же нищету возлюбив и урод творице Христа ради. Такова е словеса блажение Прокопий многожде и слышав, опечали се вельми, и не терпя от човек хвалимый бити, пойде оттуду к восточним странам, всюду и родствуя, и много и озлобление от неразумних приемля, и пришед во град Устюг, начав ним жительствовати. В одни обуходя по граду и род творяше се, и бойваше от многих поругаемый и ранами озлобляемый, а наипаче от несмысленных детей. В нощи же к церквам приходя, моляше се Господу со слезами за град и люди, и за узлобителей своих глаголя. Господи, не постави им греха сего. А егда нужда бе ему от труда почити, повергаше себе на гноищах и на сметищах, в зиме стражда мраз и снег, в едино и ветхо и рубишно и раздранно одежде полунак сущи. Влете же зной и вар солнични и претерпевая. Пишто же зело мало приемлеше от богобоязнених човеков и то не повсядни, от богатих же и неправда и творящих ничто же, когда восхоте прияти, а часто без пищи многие дни пребиваше. Таково житие провождая бист самоизвольни мученик, гладом и жаждаю себе моряй, негодствуяй и скитаяся, досадай же и раны и поругание приемлей. И прохождаше улица и градски лишен, скорбящ, злоблен, и гоже не бе достоин весь мир. Рубишною женосимою одежду имееше седи на горама спущено, и плещи обнажени готовай на рани, яко и на нем изпълняти се писанию, плещи му я и вдах на рани, и ланите му и на заушения, лица же мой го не отвратих от студа за плевани. Такова го ради житя и го всели се в него благодать Божия, и даде си ему дар прозорливства, провидети будущее и предсказувати, яко же предлежащее явит слово. Та же нача жити при соборной церкви Пресвятия Богородицы в Паперти, всегда моляше се со слезами и со многими коленопреклонени, полезные граду прося. И не неприятна бяше его пред Богом молитва, но и много можаше, сильна сущи праведни гнев Божий от людей отвратити, очесом аби известиция. Хотяше Бог некогда за преумноживши се грехи человечески потребити град Устюг, молнию и каменными тучами, яко же древле люди аморейския и Иисусу навино противившия ся, вергнув на них камени велико с небесе побиих. Ибо и в християних все некающие се грешники, в беззаконии их же скверних, аки в кале тинном валяющие ся, противници и сути Иисусу Христу Сыну Божию, подвижущи и того на гнев и отмщение, на них же Господь яко на врагов своих вооружается и погубляет их. Си се вооружи се праведни от мстителя, прогневавши его град Устюг, и готовеше на него казани погубление. Еже святый Прокопий пророчески предоведав, сотвори се градото му яко же древли пророк Иона Ниневии проповедник покаяния.
Во един буден неделни, бъвшо по обичаю в църкви соборному пению, нача Прокопий святей увещавати людей к покаянию глаголя. Покайте се, братия, у гресех своих, и умилостивите Бога пущениями и молитвами. Аще ли не покаяте се, все имате вскоре погибнути огненным градом? Гнев Божий приходит. Униже не вняша реченным от Него глаголюще в себе. Сей человек безумен есть и никогда же смысленно, что глаголит. По отпении же божественной литургии бяже святый в паперти плача и рыдай неутешно в дни и в нощи. Приходящие же к церкви человеци, видящие его непрестанно плачуща се глаголаше к нему. Почто и роде плачеше се, и кая есть скорб сердцу твоему? И отвещаваше им блажение. Бъдите и молите се, братие, да не внидите в напасть. Униже словеса его не вочто в меняхо. В третий обуден изшед из паперти пойде по всему граду, проповедуя всем людям со многими слезами и с воплем крепким, яко приближается казан от Бога. И глаголаше, покайте се, о человеци, плачете се о гресех своих и молите се, дабы Господь Бог отвратил праведный гнев свой и не погубил бы и града, яко же Содома и Гоморой, за умножившее се беззакония. Люди же ожесточени и сердце и своими не внимаху проповеди его, паче же ругаху си ему яко несмысленно. И бяше святый един к Богу за всех теплый молитвенник, образ покаяния собою являя и умилостивляя Бога неусыпными в нощи и в одни моления слезными. Во вторую же неделю в полудни найде на град облак темен, и помрачи се свет дневни, яко нощ темная. Люди же, видевши необычную в одни тму, недоумеваху се о том глаголюще к себе, что си е хощет бъйти. Та же восташ от четирех стран великие тучи, с молниями непрестанными на град находящия, и бях огроми страшни, яко не слышите друг друга глаголюща, и колебаше се земля от страшного прещения громов, а от молнии бъй ствар велик. Тогда люди я познаше бъйти погибель свою, гневом Божиим на град нашечую, и воспоменуше проповед блаженного Прокопия и пророчество его в страшном том часе. Текоше обувси в святые церкви, а наипаче в соборную церковь Пресвятые Богородицей, и совершах умоление со слезами. Притек же и святый Прокопий в церковь, паде пред иконою Пречистия Матери Божия, многие слези проливая и моля, да будет ходатайца теплая к Сыну Своему и Богу за люди согрешившие, и гнев Божий на ся привлекшие. К Богу же, яко древний пророк Моисей моля се взаиваше, Господи, остави людям сим грехи их, аще жени, изглади мя из книги Твоя я внюже вписали си. Бывшу же долгому от святаго Прокопия, и от всего народа к Богу и к Пречистие Богородице прилежному с рейданием моленью, показа се чудо предивно от икони и Пресвятие Божие Матери. Мир от образа и я изиде, яки от източника течаше, и напълнише те миром църковни сосуди. И в той же час примени се въздух, и тучи и страшния с блистаниями и громами отидоше на пустынные места, отстояще от града за 20 поприщи, там удуждивши камени и вели разженное, многие леси сокрушише и пожгоша, а от человеков и скотов никого же убиша, заступлением Пресвятая Богородица и молитвами святаго Прокопия. Камени е же то, гневом Божиим удуждено и на пустая места, зриция и до нейне на уверение и страх последнему роду, да грешник покаяние обращаются. А от мира онаго е же от образа Пресвятая Богородица истече, мазаху се люди и благословение ради. И же бяху болящи, каковым либо недугом страждущи, ти исцеление и здравие получаху. И бъист радост велия граду, от видимия погибели избавшемуся, и целебного мира даровани от благодати Пресвятая Богородица и приемшему. Святый же угодник Божий Прокопий, пак и по обычаю своему и родству свое творяше, мудре покривая добродетели свою пред человеки. Каково же бяше в злострадании и терпении его, и какова с ним бе милост Божия, соблюдающая его, яви ест отсюду. Некоего года бист зима паче иных зим лютейша, мразо нестерпимому стужающу и ветру дыхающу бурну. Спаде же тогда и снег превеликий, яко и храмина многим засыпаным быть от него, и мнози человеци и скоте не токму в путех, но и в ограде и в весех померзаху.
И птици мертви на землю падаху, и нищи трепяху бедовелио, стенящи и трясущи ся, и множеши от них изумроша. Продължи се жета безмерна и лютост зимния на дни многи. В то време и свете Прокопия лютееше я злая негодствующим своим телом от зима и велия пострада. Егда бы изшед нощью из паперти църковния, прииде к малым храминам прямо церкви бывшим, в них женище и жителствуваше, и хоте у них поне мало согрети ся, нищи ощутивши приход его, и ние затворяху двери крепко пред ним, и ние же с палицами противо ему изшечи, бияху туго и прогоняху от себе кричащи, отиди отсюду, юроде, отиди! Он же от них отшед, в пустую някою храмину в ниди и обрете во едино могле псов лежащих, и ляжа при них, яко да мало согреция. Пси же воставши отбегоше от него. Раб же Божий, видя, яко не точи от человеци, но и пси им гнушаються, глаголаше в себе. Буди име Господне благословено от нині и до века. И возврати се пак и в притвор църковни, и седе с огнувся и трясей се телом, и отчая в живота своего, ожидаше последнего издихания и моляше се да приеме Бог душу его. Та же внезапо ощути в себе теплоту, и отвер с очи свои, види пред собою ангела Божия, таковым подобием явивши се ему, какова им иногда яви се древному в Цареграде и родивому Андрею Святому, в подобном времени люта го мраза живота отчаявшуся, и мущ в руце свои ветв райскую, цветущую различными цветами. Ей уже прикуснув се в лице Прокопия блаженного оживотвори и согре тело его благоуханием цветов оних, як уже древле Андреево. И тако Прокопий святый в злострадании своим милостью Божию презрений покровен быв, зимнюю ту лютост проводи без вреда. Все же то бывшее ему сказа послежде любезному своему другу, единому от клирик церковных именем Симеону, богоугодных добродетелей исполнено, и же бяше потом родители святаго Стефана Великопермского. А понеже воспомену се с де отец святаго Стефана, подобая тубо и у матери его непременути молчанием пророчества от Прокопия святаго, еже в начале пришествия его во град Устюг Баисцици. Во време вечернего соборни церкви пения, от руковица мала 3 лет сущи именем Мария, со своими родителями таму прииде юже Прокопий блаженни узрев, поклони се и до земли. Даже во услышание всем людям рече, «Се грядет матер великого Стефана епископа, учителя Пермского». То слышавши мнози разсудни, удивляху се в себе глаголюще, «Может ли в Перми епископ быти?» В то време пермская страна еще не бе просвещена верою святою, и ни един в них обреташе се християнин, но все бяху в идолопоклонническом заблуждении, даже до дней святаго Стефана, от оне и от руковица и Марии в возраст пришедшия и прежде реченному Симеону закону сопряжение рожденного, по проречению Прокопия святаго. Дивно же биваше се го праведного виродствование и пророчество. Неистов бутворя се, ношаше в левой руце свои 3 кучерги, и аже аще в кое лето държаше глава ми простерта и в висоту тогда биваше изобилство хлеба и всяких плодов земных. Егда же ношаше оние глава ми долу обращени, тогда скудост и неплодствие земли проявляше, аще и не словеси, обаче образованием оним пророк бивая. Часто же прихождаше на брег реки, нарицаемая Сухуна, над нею же град Устюг стоит и там усидяше на камени, и смотря на плавающие в ладийцах, моляше се с жалостью к Богу у них, да сотворит им тихое плавание. И любяше то на брезе речнем место и камен, и многожды прилучающих се там у людей моляше, да по смерти его погребут тело его на том месте, и камен на гробе да положат. Пожив же лета довольна и кончину свою проувидев, и денощи около обители святаго архистратига Михаила и близ стоя обители представи се ко Господу, никому же оскончание го уведавшу. Бъйз же представление святаго в лето бития мира 6811 е, от воплощение же Бога Слово в лето 1303 е, месеца Юлия в 8 ден, на памет тезоименного ему угодника Божия святаго великомученика Прокопия. В ту же нощ снег вели с небесе спаде яко на 2 пяди, и покрив всю землю и всяк плод земный, и бист хлад и мраз и буря, обаче ничто же вреди земным плодоношениям,
Вскоре бе удвара солнечна го сне кръстая и благорастворенни въздух сотвори ся. Вутре не е житоя нощи пение, соборни иереи и причетники, не видевши Прокопия в църкви, удивляху ся. Никогда же бе оставляше блажени църковна го пение дневна го и нощна го, и поискавше его окрес църкви не обретоша. Не видевши же его и на литургии, начаше искати всюду, и 3 дни искавше не обретоша. В 4-ти же ден, при обители архангела Михаила, по конец моста обретоша мертво его тело, многим с него му отбури нанесен им покровенно е, лицем к небеси лежащи е, руце на персих, крестообразно сугбени и очи якоже подобаят смежени имуще. И вземше оно и несоше честно на главах своих в соборную церков, при ней же он в паперти много е преживе лета. И певше по обычаю надгробное погребоше близ брега реки Сухоней, яко же он прежде моляше на месте ему любимом, и камен той на нем же часто обыча сидеть и положише на гробе его, начертавше лето и месец и ден скончание его. Многострадально е же того житие и прозорливство непредано бе писанию изперва, но токму повествование ми сказуваше се от древних последним, даже по многих летих наченшим боевати чудесам от гроба его. Создана бе из церков над мощтми того честними. И ден представление го празнуват и остави се подаваемых ради многих исцелений всяким недугом. Тогда и деяние чудного жития его от многих малая, или как конечное забвение не придоше и достоверными повествования изказуема боеваху, собраше се и написаше се в честную памет угодника Божия Прокопия, в пользу чтущих и послушающих, в славу же Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом славима го ныне и присно и во веки веков. Амин. Конец жития святаго праведного Прокопия Христа ради и родива го.